Была реакция УФАС и на акцию «Вести Красноярск. Бензиновая лихорадка». Специалисты заявили, сговора между красноярскими топливными магнатами пока не зафиксировано. Зато несколько дел заведены в Норильске и Железногорске. Сейчас более внимательно отслеживаем так называемые бумажные прокладки. Сами понимаете, что вот от момента добычи нефти и, собственно, производства бензина на НПЗ, там много чего имеет место быть и кое-что непрозрачно.